Мы продолжаем тему, которую я уже начал больше месяца назад. We're continuing a topic that we started more than a month ago. Такие традиции. We have certain traditions in Следующий church. Месяц, сентябрь, кто знает, какой у нас месяц? The next month is September. What's the month? Помните. О, вы уже память хорошая. Следующий месяц у нас месяц семьи, да? Next month is a family month. Мы уделяем очень много внимания именно We give a lot семье, of attention towards the family, потому что институт семьи, дорогие, because the institute of family, больше всего находится под атаками it is under дьявола the most сегодня. Attacks of the devil. Ну а этот месяц мы посвятили познанию. But this month Мы посвятили церкви, то есть, да, вот, какая церковь мы должны быть вот в 21 веке. Знаете, если бы церковь сегодня, она поняла, какой мы должны быть, то было бы сегодня на земле пробуждение. Then there would be a revival. Кто вообще верит, кто ждет, кто хочет иметь пробуждение вообще? Who believes and who waits for a revival? Это когда Бог действует. The Holy Spirit, это когда Бог касается людей, люди крестятся, люди спасаются, люди переживают присутствие с Бога, личные взаимоотношения с Богом. Когда люди были грешники, преступники, меняются. When people were sinners and criminals, я люблю пробуждение, скажу. И каждый раз, когда кто-то кается, and every time someone для меня gets saved, это чудо, знаете. It is a miracle to me. И сегодня, надо, знаете, вот я как-то проснулся, думаю, надо же, я живу в 21 веке уже. And I woke up today thinking, I am Может, living in the 21st century. Неудивительно, а я уже вот 23-й год просыпаюсь с ощущением, что на улице 21 век. For 23 years I've been waking up and I realize that this is already the 21st century. It's the third millennium. Я когда просыпаюсь, думаю, надо же, а я никогда не думал, что доживу до этих вот времен. And I never thought that I would live Я помню те моменты, когда я ходил в школу, к примеру, это 70-е годы. I remember going to school я думал, in the 70s. Да, наконец-то, моя единственная мечта, когда я наконец-то закончу школу. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? In the 70s I had this thought, так надоело ходить в эту школу, вот, когда я уже женюсь, When will I get married? Когда я человеком нормальным стану, When will I become свободным. A real person я with так freedom. Мечтал на работу пойти. Сейчас смотрю на современных некоторых, не у нас в церкви, там, молодых людей, которые не хотят работать там чем-нибудь, то наркоту продают, то еще что-то такое. Сомнительные бизнесы. Я мечтал с 10 лет, когда я пойду на работу. But at 10 years old, I was already wishing, when will I go to work? Я в 13 лет пошел на работу, каждое лето я работал. At 13, I went to work, and I was working every summer. Я зарабатывал 120 рублей и отдавал, приносил матери. I was making 120 rubles, когда я жил тогда, it to my mother, в прошлом тысячелетии, when I was living in the past century, я никогда не думал, что я буду жить в третьем тысячелетии. I never thought that I would live in the... А сегодня я просыпаюсь, и я живу. And I would wake up now, и иногда I я думаю, ну ничего себе, все это так поменялось. Менялось радикально. Мы, And может, I этого не замечаем постепенно, когда, знаете, changed, как-то лягушку бросили в горячую воду, when they dropped the frog into the у нее шкура hot water, слезла. The skin came off the frog. А потом сделали другой опыт, поместили лягушку в холодную воду, But поставили they... на печку и постоянно варили. They, then they put another frog она into даже не the почувствовала, cold water, она сварилась. And they would slowly boil the frog. А когда ее первый раз поместили, она аж выпрыгнула с горячей воды. The frog into the когда постепенно water, она так out, привыкала, что when даже they не заметила, the into the cold и сварилась. They would boil it, and the и так было приятно, все теплее. And it would warm up, было, warm up, теплее, and just got cooked. И знаете, вот ты не замечаешь, как ты уже живешь в третьем тысячелетии. So third, знаете, Земля такая древняя, и millennium. Люди на ней тоже так давно обитают. The earth is so old and people are Но living on it for so long. Но все вокруг так сильно радикально меняется. But everything around us changes so drastically. Знаете, только церковь Божья, она стоит на месте. Only the church of God stays Знаете, вот я не согласен, когда церковь, она ну, не развивается, не растет духовно, она... Знаете, вот, знаете, не модернизируется в тех правильных вещах. К примеру, мир захватил телевидение, а мы пассивные в этом плане. Да? Example, телевидение наполнено всякими гадкими программами, а мы еще позволяем детям их смотреть. Shows, but we even allow our Понимаете, children to watch церковь this. Не заметила, вообще люди не заметили на земле, что... Проклятие пришло на землю. Так как люди не заботились иметь Бога в разуме, они не заметили, как сатана вошел в их жизнь.
They didn't notice when the и извращение, я уже не хочу даже повторять, знаете, эти вещи. And all these different wrong things. Оно стало нормальным обычным явлением. This became normal. И ты понимаешь, что человеку свойственно, знаете, вот как-то так вот не обращать внимания. And you notice that a person just started not noticing things. Но мы с вами здравомысленная церковь Христа. Кто-нибудь скажет аминь сегодня? Мы понимаем время, в котором мы живем. We understand the time that we live in. В Библии написано, Елена читала в прошлый раз, ибо наступят времена. Елена read last time in the Bible that times will come. Последние времена будут времена тяжкие. The last days will be hard. Люди будут там наглые, напыщенные, ругать. То есть это people время, в котором мы живем, вы понимаете, this да? This is a time that we live in. А нам с вами быть церковью Иисуса Христа. But for us to be the church of среди Jesus этого Christ, написано развращенного рода. In this corrupt world. То есть какая people, мы церковь должна быть сегодня? What kind of church should we be? Если today? Мы адаптируемся под мир. If we adapt today to be like this world, знаете, было время, когда было популярно клёш такой носить. Кто-нибудь носил клёш? Да здесь такие ещё люди древние. To wear, я тоже помню, pants. Когда сам себе пошил клёш, хожу, как ну погоди, по бульвару у нас, знаете. Ну время было такое, вы понимаете, да. Like но сегодня другое время. Today is a different time. И знаете, сегодня так популярно в школах они могут говорить о какие-то, ой, ну не хочется, ну время такое, живём. О каких-то геевских, там, знаете, там, клубы, они там встречаются, today да? Today is popular to speak in schools about these gay clubs. Что-то мы не заметили things. Вообще, как, время поменялось, like вы понимаете? Something. The time я смотрю, changed. Когда некоторые вещи даже популярными становятся. I see how certain things become popular. У молодых людей на улицах, когда спрашивают, они говорят, да нормально все when это. When you ask young people on the streets, they say everything знаете, is а normal. А мы Церковь everything. Иисуса Христа. But we are the Church of кто Jesus Christ. Кто мы вообще? Who are we? Для чего мы на земле? Why are we on this что earth? Мы должны делать? К чему мы предназначены? What should we be doing? What are we determined что Бог to ждет do? Сегодня от каждого what из нас? God want from each one of us? Знаете, хочется разобраться, для чего я живу на земле? We need to determine why что we я должен are here? Делать? What am I supposed to be doing? И вообще, какая церковь мы? And what kind of church а мы are церковь 21 века, вы понимаете? We мы не заметили, но мы уже оказались. We did not notice this, but we are here. Вообще, это огромная привилегия быть Церковью Иисуса Христа. Быть Церковью Христа — это такое благословение. Если человек, он не сделался, не стал Церковью Христа, он никогда не переживет вот этого, знаете, вот образ, который образ невесты, да? Когда я думаю об этом, вот почему церковь, она везде не как невеста Христа ведет. Why do I think that, it's always the church я думаю, like что отношение Бога because I think the relationship с церковью оно будет таким интимным, близким, so intimate and close, драгоценным. Precious. Это такое благословение. It is such a blessing. Я думаю, когда Бог называет нас невестою, да? I think when God это немножко странное, bride, может быть, сравнение для многих человеков. Comparison но я представляю, person, что значит мы будем самими близкими. But I, what I imagine, we will кто такая невеста? Closest. Вот у меня когда what is the bride? Сейчас у меня жена, who is the бride? Была невеста, да? My я wife не думал каждый день. And I thought about her every day. Я бывает сейчас приду домой, жена забыла тебя покормить, не кормит, да? Я I come home and wife says I forgot to feed you. Как она могла забыть? Я же домой think, должен был приехать после how там. How did she forget to feed me? Да. Я же ее муж, да. I am her husband. А я вспоминаю, когда она была невестой, я не думал, она жила в другом городе. And I remember when she мне was хотелось my bride, ее увидеть, I thought about поехать, her always. Все I wanted бросить, to go работу. See her, drop everything, all my work. Вы понимаете отношения, вот, you да? Imagine the relationship. Я понимаю, что Христос еще больше, чем я, он томится, он ждет этой встречи, он хочет с тобой общаться, да? He wants to communicate with you. Знаете, вот есть такое благословение, привилегия быть Церковью Иисуса Христа. И живя в этом веке, world, хочется все-таки, знаете, вот, разобраться, понять, а какой церковью мы должны быть? Kind of знаете, многие из нас, мы спорим. Us, кто-то находился в другой деноминации, к примеру, да? Он видел другую церковь. Я часто слышу, а вы не такие, как все, вы не такие, как те. And I hear from people, да нормально. You are not the same as мы просто everyone пытаемся, else. Мы стараемся быть Церковью we are Иисуса trying Христа. To be the Church of Jesus Christ. Мы пытаемся угодить Богу. We are trying to
satisfy God. Мы пытаемся жить по Слову Божьему. We are trying to live by the word of God. Мы изучаем Слово Божье. We are learning. We are. Если Слово Божье говорит, славьте Бога, ибо Он благ. If the word of God says, worship God because He is good. Если Слово Божье говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. If the word of God says, go around the world and preach the gospel. Мы пытаемся быть миссионерами. Then we try to be missionaries. Мы пытаемся делать все, что написано в Слове Божьем. We are trying to do all things that the word of God says. А нам говорят, вы не такие, как мы. It says you are not like us. Я думаю, может быть, вы неправильные. Then I think maybe you're not right. Вот эти, иногда вот хочется разобраться, какая должна быть церковь, да? What kind of church should it, даже what сегодня should the church be like? Я готов меняться, вы знаете. Today I'm ready to change. То, что неправильно было до этого момента, я готов оставить. Whatever was not right before this time, I'm ready to leave behind. Но для того, чтобы измениться, я должен сперва понять вообще. Maybe to change, I need to understand. Какая церковь в 21 веке мы должны быть сегодня? What kind of church should we be as in the 21st century? Знаете, многие церкви они претендуют на то, что они самые лучшие. Many churches are saying that they are the best church. Может быть. Maybe. Знаете, но я боюсь сказать, что мы самая лучшая церковь. I fear to say that we are the best church. Потому что написано, проклят всяк, надеющийся на человека. Because it says, cursed is everyone that is depending on the man. Если человек себе приписывать, появляется самоправедность. If a person starts to give himself А вместе с самоправедностью приходит гордость. Then you become prideful. Знаете, почему фарисеи, вот первые священники, которые распяли Христа, That's они не признали его. Do you know why the Pharisees that crucified Christ? Они в своей самоправедности, они думали, что они самые правильные. They thought that they're the most они righteous. Они правильно исполняют законы. They are fulfilling the law. И на землю пришел Сын Божий. Ты вот подумай на мгновение. И стал говорить, неправильно вы живете, ребята. Son of God came and he said, you are not living right. And they took him and killed him. Те, кто были тысячи, больше тысячи лет ну, избранным народом, the ones that were chosen взяли и убили Сына Божьего. Years, но не парадокс ли это вообще, да? Понимаете, точно так же сегодня можно today, претендовать, говорить, что я хожу в самую правильную церковь. You can say that I go to the most righteous church. Знаете, я когда читаю Библию, написано, все согрешили. When you read the Bible, it says нет everyone has sinned. There's no one все that has согрешили. Not sinned. Everyone has sinned. Я когда читаю, думаю, When I read this, благодатью вы спасены. It says with grace you are не saved. Не отдел, чтобы никто not не хвалился. Not from your works that no one would boast. Знаете, когда я читаю Слово Божье, when I read the word of God, меня, знаете, совесть немножко начинает судить, что если я неправильно живу, my conscience starts to judge почему me, я и покаялся в грехах saying своих. That I'm not living right. That's why I repented my sins. Слово Божье, Слово Божье осудило меня. Because the word of God, by reading it, has judged me. Я решил me, поменяться. And I decided to change. И когда кто-то претендует, что он самый лучший, and when someone says that they are the best, я вам признаюсь, я боюсь сказать, что мы самые лучшие. I tell you the truth. I fear все to согрешили. Say that we are the боюсь, best because вот так, everyone Слово Божье has всех вот так взяло, все согрешили. Because the word took everyone and has Everyone has sinned. Мы не можем превозноситься над кем-то. We cannot raise ourselves above others. Мы не можем превозноситься над другими деноминациями. We cannot go above other denominations. Над другими верующими. Over other believers. Но я часто сталкиваюсь с тем, что люди претендуют, говорят, у нас говорят, самая лучшая церковь. Вы слышали такое? I see very often that it says that we are the best. Интересно. People say that they're the best church. Так вообще говорить? And I ask, who gave you the right to speak like this? Потому я уже прожил в христианстве добрых, ну, больше 50 лет, да? Because I have lived in Christianity for more than 50 years. И трудно найти самую лучшую церковь вообще. It is hard to find the best church. Знаете, среди людей очень трудно найти хороших, абсолютных таких людей, and знаете. Within people, it's hard to find сколько very good people. Сколько я раз обижал свою жену, сколько раз обижал детей, да? How many вот times внуков, have I наверное, ни разу been еще, mean пока, to my, my я wife and my люблю, kids? Да? Never have I been mean to my grandkids, вот, знаете, though. Вот, живя на земле, Living on this earth, когда ты понимаешь, что ты церковь последних дней, when you understand that you are the church скоро of the last days, Христос, вы понимаете, за Christ will come soon for His church. И нам Бог предопределил быть вот в этом на рубеже, and знаете, God has predetermined for us to be in this time. И у нас есть с вами предназначение от Бога. And we have a predetermination by God. Кто помнит прошлые разы, о чем мы говорили? Два subject таких главных были. Who remembers what were the two main subjects we talked about вообще? Last time? What was the first sermon? Кто помнит вообще? Как?
Да, мы о церкви говорили, ну какая церковь? Мы говорили о помазанной церкви. We were talking about the церкви, исполненной church, Духа Святого. The church filled with the Holy невозможно быть Spirit. Церковью в последнее время, если я не исполнен Духа Святого. It is impossible to be the church без Духа Святого that is мы злые. Filled with the Holy Spirit. Без Духа Without Святого the Holy мы обижаем Spirit, друг друга. We are evil. We Дух Святой — это дары upset Духа Святого. One another. The Holy Spirit Дух Святой — это плоды gifts. Духа Святого. He is the Мы добрее становимся, когда Дух Святой входит в нас. We become kinder when we, вот почему when the Holy сегодня, Spirit works through us. Знаете, в это время, в котором мы живем, мы не сможем победить грех, That's why in this time we are living, если мы не помазаны, sin, если мы не имеем силу Духа, вы примете силу, которая сойдет на вас. You will receive the power первый, that will come знаете, такой you. Важный момент, The first important Церковь moment, последних дней, она должна быть помазана. Кто ему скажет аминь? Исполненную Духом Святым. Написано, исполняйтесь Духом. Says, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Do not be filled with wine, but be Дорогие, filled без with Духа the Holy Святого Spirit. Люди обречены сегодня. Without the Holy Spirit, you are Там, где сегодня cursed. Церковь не научена быть исполненную Духа Святого. Where the church is not Послушайте, taught how to be filled with они будут the Holy ходить Spirit. В церковь, но будут грешить. They will be going to church, but they will be sinning. Там, где человек не научен побеждать сатану. Where the person is not taught а сатану можно победить только силой Духа Святого. You кто ему скажет аминь? Satan with the power Грех of the можно Spirit. Победить только силой Духа Sin, Святого. You can only overcome with the power of the Если Holy Spirit. Ты поверил, что ты призван спасать погибающий мир, If you believe that you are called to save без Духа this Святого world, ты этого не сможешь without сделать. The Holy Spirit, you cannot Люди тебя do it. Слушать даже не будут. People will not listen Только to Дух you. Святой аттракт привлекает людей, вы понимаете? Only the Holy Spirit attracts Только people. Дух имеет силу спасать погибающих Only the Holy людей. Spirit has the power to Я много раз видел, to когда, people. Знаете, сила Духа Святого касалась людей. I have saw it many times Никогда не the Holy забуду, Spirit когда has touched мы, people. Нас пригласили Папа Новая Гвинея. I will never forget и местный when we губернатор were сделал to крусейд в честь того, что он выиграл election, стал этим... There was a person that invited us to have a crusade because he became the governor of this area. 50 тысяч народа. He gathered 50,000 people. Там же эти все голенькие и разные там эти племена. There was all these different tribes that showed up and all the племени каравая. All the people that were. Знаете, ну самое, что меня больше всего поразило, когда мы проповедовали и на призыв к спасению выходило по 5000 каждый вечер. What amazed me the most when people would come up and get крупное, когда покаяние я видел вообще в моей жизни. Мы там в Индонезии видели и по тысячу, и по две, и по три. Мы с Еленой проводили много раз в Индонезии большие. Но это было самое такое, как бы в моей жизни, когда вот четыре вечера подряд по 5000 людей в среднем. Я смотрел на все это. Понимаете, такое может сделать только Дух Святой. Там люди долго жили в лесах, людоеды, эти племена. И когда они услышали весь Евангелие, они приняли ее. When they heard the gospel, they received. Я там уже не был больше 10 лет, наверное, да. I haven't been there for over 10 Но years. Но я никогда не забуду это видеть, когда вот каются тысячи людей. When people are being saved. Понимаете, такое может делать только Дух Святой. Only the Holy Spirit И в последнее время like наше посланничество, оно должно быть помазано Духом And Святым. In the last days our, Кто помнит вторая we are вещь, о чем мы говорили by the Holy Spirit. На второй проповеди Церкви 21 века? Ну, это мы с этого начинали, да, место Писания. Церковь победителей. We were Помните, talking about the church послание as к семи церквям Откровения. One, the winner. В каждом послании Бог говорит победителям, говорит, дам белую одежду. Победителю, говорит, сделаю столпом в храме Бога. Победителям дам сесть со мной на престоле. Кто это? Это церковь. Церковь Божья. Если мы не научимся побеждать сегодня, я смотрю, как тяжело нам бывает победить самого себя. Вот кто-нибудь пробовал победить свои привычки? Вот многим из нас нужно заниматься здоровым образом жизни, бегом. Вам легко заставлять себя вообще? Меня жена вот уже 30 с лишним лет уговаривает. И пока еще, знаете, камень никак не может сдвинуть, да? And we cannot move this rock. Some, we have a, знаете, вот a hard time forcing ourselves to do something we don't откровение want to do. Откровение приходит, все, с этого дня я бегаю, хожу. This revelation comes, так, I say так, to myself, I will start running. До первого дуба, думаю, нет, что-то откровение, нет Бога. I ran to the first house, and I say, буду пешком ходить. This revelation is not from God for me to run. Хожу.
А потом думаю, да что хожу вообще? I start to walk around, and then I say to myself, why am I even walking? What's the point of this walking? И перестаю снова ходить. And you stop to exercise. Знаете, again. Нам так тяжело победить простые привычки. And it is so hard for us ну, поменьше to хлеба overcome... кушать. Ты понимаешь, что хлеба чуть меньше нужно кушать, да, вообще? It's so hard for us to overcome ну, bad да. habits. Меня жена все убедила, что черный хлеб, он полезный. My wife вот told me that black bread is самый плохой bad for хлеб, me. Самый некрасивый, да? Самый вкусный. I eat black вот совсем only. Перестать хлеб кушать, как это тяжело оказывается. Bread ты как наркоман. Я говорю, дай мне хоть хорошего хлеба не прошу. Дай мне, говорю, сухаря какого-нибудь плохого. Она мясо поставит, там, овощей поставит. Василий, тебе хлеб нельзя, все. Я даже могу рассердиться. Вы мне когда в гости приглашаете, обязательно хлеб на стол ложите. А то я рассержусь. Черный хлеб. От привычек так тяжело отказаться. It is so hard to reject that а мы говорим habit. О церкви победителей, понимаете? Да, вот. When we talk about the знаете, кто такие победители? Которые умеют держать свой характер вот так. The victorious ones are the ones that победители can hold это люди, которые посвященные Богу. The ones that are dedicated to the Lord. Победитель, если он сказал, я приду, буду стоять в дверях, приветствовать, он будет 10, 20 лет стоять и прийти, и он исполнит свое слово. And I will doom, знаете, кто такие победители? Word, однажды я пообещал Богу, что буду служить Богу доброй совестью. Victorious one is the one that says, проходит 20, 30, 40 лет. 20, 30 years ago. А где те люди, которые были с нами 5 лет назад? Where were the people that were with us 5 years ago, 2 months ago? Где они? Where are these people that почему promised? Они уже не служат Богу? Why are they not serving the Lord? Знаете, нам нужно быть церковью победителей. We need to be the church as winners, победить самого себя, свой характер. To overcome умертвить свою плоть. Character, to destroy our flesh. Чтобы, знаете, мечтать о том, вот я завоюю этот мир для Иисуса. To have dreams, хорошие to, мысли. You have good thoughts to а что ты уже 20 лет сидишь over, на скамейке и ничего не делаешь? Take over the world for Christ. Знаете, быть церковью победителя, это сказал и сделал. Church, Маша подошла и говорит, пастор, в следующий раз я еду с тобой на миссию. Маша said, I will go on a mission собрала trip with you, pastor. Собрала еще там парней, их уже нету, Дени. Опять в отпуске? Да что ты скажешь? Маша gathered some guys and she went on a mission trip. Я когда за них спрашиваю, что ты в отпуске, да? Ну, Маша поехала, и она и в церкви сидит. Маша went on a mission trip because she said she would. В феврале в ноябре тоже. И, дорогие, знаете, кто такие победители, да? Who are the victorious ones? Они сказали, я не буду больше грешить. The one that said, I will not sin я не буду anymore. Пить алкоголь. I will not drink alcohol. Во имя Господа Иисуса Христа я отказываюсь Christ, от табака курить. Я буду smoke. Служить Богу. I will а ну serve попробуй, the Lord. Брось себе такой вызов, да? Call yourself out on this. Знаете, апостол Павел говорит, я не буду мясо есть вовек, если Apostle надо. Paul said, I will он был такой not мужик, eat. Если сказал, сделал, да? He said вот мне нравится, Павел, он... Говорит, ради превосходства познания Христа я от всего отказался. Он словами не бросался. Он даже не женился. Ты один день без жены не можешь. Я каждый раз глазами ищу, где же моя жена. Знаете, мы такие зависимые люди. А то, знаете, один раз моя жена, смотрю, обнимается с другим человеком. Когда мы приехали в Америку, все приехали, знаете, такие-то мода была в кожаных этих куртках ходили. Everyone came in a leather jacket. Мы еще в первой церкви были, начали первую церковь. We started the first church. И вышли на улицу, и все, знаете, вот как это, один как курочки на этом, все в кожаках такие, знаете, стоят. Everyone is in the leather jacket together. Стояла, меня обнимала под ручку. I see my wife was holding onto me by her hand, and I see she disappeared somewhere. We're talking. Другому под ручку. I see my wife. Take another man by his arm and be hugging him. Рассердился. And I got a little bit upset. And she's standing and I say, Елена. And she freaks out. Everyone was had a leather jacket. And it was such a fashion. Так я чуть не вбил. Ну, знаете, вот это шутка, конечно, да? This is a joke, of course, but... Дорогие, но сегодня очень важно... Понимать, какой церковью мы должны быть. Kind of первая помазанная церковь. All, второе — это церковь победителей, да? Secondly, is a church that is victorious. Я хочу сегодня сделать такой conclusion. And I would like to have this conclusion мы с вами today. Начинали эту проповедь, читали, кто это блистающая, как заря? We were reading this sermon, who is the one песни, shining песней, like a star? Соломона, 6 глава, 10 стих. Psalm
Это славная церковь. This is a glorious church. Помазанная церковь. This is an anointed church. Прославленная Богом. A glorified church. Чем больше God, Духа Святого, дорогие, the more Holy Spirit, тем больше славы Его. The more glory. Кто это прекрасная, как луна? Вау. Who is this one beautiful like the moon? Самая хорошая. The most amazing, the best. He calls you кто это говорит? Precious, светлая, как солнце. Hallelujah. Bright like the sun. И кто это грозна, как полки со знаменами? And who is the one that is... Знаете, в последнее время церковь должна знать, что такое духовная брань. Today we have to know what is the spiritual, побеждать сатану. Weapons. Как наступать на всякую вражью силу. Написано, будете наступать how на вражью силу. Step on all of the, не отступать, не поражение, а наоборот, вперед и только back, вперед. Мы победители. To go forward, to be victorious. Но знаете, я сегодня хотел продолжить today I would like to continue. На следующие такие некоторые предметы. Certain, смотрите, next кто topic, такая светлая, как солнце? Это, я сравниваю это со святостью, знаете. To be bright like the sun, I compare если this to holiness. Если когда мы приближаемся к Богу, when we get closer to God, знаете, когда Моисей поднимался на гору, when Moses was going up on the mountain, и когда он там находился определенное время, when he was up there for a certain time, от него свет исходил. He had this light shining from him. Люди, которые были там, евреи в лагере, они не могли the на него смотреть. Were there at the bottom, они говорят, покрой покрывалом, said, от тебя свет, мы слепнем because, просто. А почему это происходило? By the light from you. Потому что Моисей, когда он находился в присутствии because Божьем, when Moses was in the presence of он the Lord, как в зеркале of God, отображался. He was like a mirror that was он пропитывался этим светом, как луна сегодня отражает, знаете, солнечный свет. As the moon reflects the sun, луна не является светом. The moon does not have light on it. Это обычный кусок материи. This is just a piece of like a rock. У нее нет света. It does not have light. Но так как она находится на темной стороне земли, but as it is in the dark part of но the лучи earth, света попадают на нее. But the light ночью смотришь, думаешь, вау, как it. Она бывает такая выйдет, красавица, да? When you see the moon just being она, на самом деле это so лишь отражение земли, but in света, reality, this is just a reflection of the light. Так и мы с вами, церковь Христа. So we are the same as мы не отобразимся в Его образ, как в зеркале. Доколе мы не научимся отражать свет Божий, дорогие. Этот мир не увидит славы Божьей. Этот мир не увидит света Божьего. Еще раз, дорогие, мы не являемся светом, хотя написано, вы свет миру. We are not the light, мы просто отражаем Его отражение. И Он говорит, кто это, говорит, прекрасная, как луна. Says, почему здесь такая последовательность? Like the moon? И потом он говорит, кто это светлая, как солнце? Like знаете, церковь Божья, God, мы сможем выполнить на 100% наше предназначение, we can, fulfill our когда work мы сделаем вот эти вещи последовательно в своей жизни. When we do certain things in our life. Святость, holiness, это не только, знаете, мы освящены кровью Иисуса Христа. We are not just, shining with, согласно we Слову Божьему, Евреям 10 глава, 10 стих, Christ, в нем мы освятились, написано. We are, holy, sanctified наша by святость, him. Она во Христе Иисусе. Our holiness is in Jesus дело Christ. В том, что мы все были грешниками. We were all sinners at one у нас у всех был неправильный образ жизни. We all had the wrong но когда мы пришли lifestyle. К Богу, but when we came благодаря to God, жертве Иисуса Христа, thanks to the sacrifice of Jesus Он простил Christ, нам грехи. He forgave us our sins. Он, написано, бросил за хребет и не вспоминает больше. He put it behind his back and he и does с этого not момента remember мы новое творение. And from this moment we are и Он a new называет creation. Нас святыми, праведниками. We are righteous. Но что происходит, когда человек пришел к Богу, when a person comes to God, но продолжает мечтать о блуде, but he keeps on thinking продолжает about, мечтать напиться, adultery, нажраться, как говорят, да, там, или сделать что-то такое. Понимаете, это абсурд, да? Это несовместимо. This is not right. This is... У святости есть, знаете, такая вторая сторона. Holiness has another side. Когда ты начинаешь учиться жить свято, when you start to learn how то to ради live Христа holy, ты оставляешь нечестивый, so неправильный for, образ for жизни. Christ, you leave the old lifestyle behind. И знаете, сегодня, когда мы хотим проповедовать Евангелие погибающему миру, today, when we want to proclaim, preach the gospel, они смотрят to the на нас, говорят, чем world, ты лучше нас, ты такой же, they look at us, they say, how ты живешь так же. You are living the same as us. Я недавно вспоминал, знаете, у нас был такой пример.
I was remembering recently, we У нас в 80-х годах каялись наркоманы там в Грузии. In the 80s we had drug Тогда addicts было так популярно, repenting. Я не знаю, кто был в курсе, но за анашой ездили в Краснодарский край. This was so popular. Я не знаю, People где там ее выращивали. И у нас в Грузии это было популярно, все об этом говорили. Я еще в школе учился, половина пацанов, они только об этом и говорили. Все мечтали, вот закончу школу, поеду в Краснодар, пробежусь голяком по полю, скатаю шарики эти, ну, так собирали как-то там. Я помню, да? И вот я помню, когда в 80-м году, где-то в 81-м, покаялся один парень, Кеша. I remember in 1980s. A man was saved. This man. И он так искренне покаялся. Он сильно был наркоманом, да. He was a really big drug addict, but he repented. Он ходил в церковь постоянно на все служения. He would come to У нас молитвенные, которые были в среду. Одни старички приходили. There was only old people that would show up to the prayers on Wednesdays. Был на то время. But Кеша, he would show up also. He was a young man that would show up to the prayers. И я когда приходил на эти вот в среду служения, чего Кеша здесь сидит? Мне не хочется здесь сидеть. Wednesday evening services, I thought I don't want to be here, but Кеша would come here. He would на все богослужения feel God so much, and he would come to every ministry. Every service, he would show up everywhere. Но прошло где-то год или да, But about a year or two would pass by. Раз Кеша вдруг исчез. And out of nowhere, Кеша disappeared. Мы где Кеша? Где Кеша? А Кеши нет. We were all asking, where is Кеша? Where'd he go? Все спрашивают, ищут, и никто не знает. And nobody knew where he Он was. Он так жил, как бы одинокий, никого, ни родственников, ничего. He was living by himself. He had no и relatives. И вдруг через два года, как свет Божий, снова Кеша появляется. And out of nowhere, two years later, Кеша appears побитый. Again. Такой весь побитый. Знаете, вы видели вот в Индонезии очень много петухов без хвоста, beat up. You see, без перьев, они там дерутся, example, you see these дерутся. Roosters that would have no feathers, they would fight. Так возвращается. So Кеша appeared again. Кеша, а где ты вообще был? We say, Кеша, where were you? He said, oh, it's a long story. Кеша, а что с тобою? We will say, Кеша, what happened to you? Он рассказал свою историю. Говорит, я, говорит, решил вернуться, поехать друзьям в Краснодар, всем наркоманам и проповедовать Евангелие. He said, I decided to go back to Russia there and preach to all the drug addicts. Он рановато поехал, не рассчитал свои силы. But he went there a little early. He did not have the strength yet. И он говорит, я все, такая ревность взяла, вот они погибают. He had this zeal to preach to them. Где-то на Притон, там где-то в Краснодарском крае. He went there to this to Russia и to preach to all the drug addicts. Да? He came Чё, to all these people and said, he said, I came here не, to save говорит, all я, of говорит, you. Узнал, говорит, а чё, говорит, какой-то новый дистрибьютор появился, да? And they would say, говорит, да you нет, found out some new drug? Иисус коснулся, спас. And he told them, Jesus Они saved me. Вау, говорит, ух, как интересно, а что это? And they said, oh, this is so interesting, tell us about it. Давай, Кеша, говорит, уколимся. They said, Кеша, let's use these drugs. И ты рассказывай. And you tell us. А мы будем так слушать, говорит. And we will listen. Будет, ну, классная история. И Кеша говорит, я подумал, говорит, ну чего не сделаешь ради Евангелия? And he said, why would I not do this говорит, for the gospel? Последний раз, я говорю, и расскажу им, они покаются. He took the drugs again and told them he wanted to have them get saved. На два года, как ушел, говорит, снова. And he said, I took the drugs again and I went for two years. И вот мы Кешу снова спасаем через два года история. And then two years later we have to save Кеша again. Но слава Богу, он покаялся, освободился, он уже на небесах уже, слава Богу. Repented and he got set free. Знаете, вот очень важно. He's in heaven now. Очень важно сегодня. It is very important now. Знаете, если мы говорим, что мы призваны проповедовать Евангелие, if we say we are called to preach the gospel, взвешивать свои силы, to weigh your strength, быть исполненным Духа Святого, to be filled with the Holy Spirit, быть победителем be в своей собственной жизни, in your own life, люди не будут принимать мое послание. People will not receive Они наоборот message, могут поменять мою жизнь обратно, если я не победитель внутри, life, вы понимаете? If I am not victorious in my own life. Вот почему святость... That's why it is important to have holiness. Знаете, почему дьявол вот именно святость в Америке разбодяжил настолько? You know why the devil has took this holiness and just У нас настолько идет борьба в этой really области, it up. Споры. Нужно we have all these свято, fighting and what's holiness, слушаю, what's not holiness. Ой, говорит, я, говорит, оправдан, омыт кровью Христа. A person says, I am washed by the blood of Christ. Мне больше I don't need anything else. Но образ жизни человека привлекает демонов в бес. Знаете, грех — это как запах смертоносный написано. The sin calls people to him. И этот, на этот запах бесы, демоны, они and сбегаются. Это как мухи, знаете, вот, на что-то вот, начинают протухать. And as the flies get они слетаются туда. Почему? Вельзевул переводится на «князь мух», чтобы вы знали. Вельзевул переводится «князь мух». One of the names of the devil is... Being the king of flies. Князь мух,
дьявол, он любит нечистый дух. The king of flies is just him loving not the clean spirit. И знаете, я верю, что в церкви spirit. Мы все должны меняться, преображаться в And образ in the Иисуса church, Христа. We have to all love, we have to all change. Знаете, несправедливо, если моя жена, она праведная, а я буду жить And it's not right if my wife is righteous, but I will live in filth and dirt. Пользоваться ее святостью, да. And using а сам her righteousness. Нечистый, нечистоплотный but человек. But myself living in the wrong. Если Бог святой, if God is holy, то и Он призвал нас сегодня освящаться. And He has called us to be holy. Слово Божие говорит, святой да освящается еще. The word of God says, the holy one be glory. Знаете, чтобы быть церковью последних дней, to be the church of the last days, нужно иметь правильное учение. You have to have the right. Нужно иметь правильные основы. You have to have the right, нужно стараться жить свято. Life foundation. Может быть, не всегда это легко, трудно дается. Maybe it's not Но пусть always этот easy. Мир, когда он смотрит Maybe this world, и видит наши добрые дела, hearts, они обязательно прославят Отца нашего Небесного, так написано. The, а когда мы хотим жить во грехах, никто не пойдет But за нами. Want to live in мир sin, и так устал no от этих грехов. Us. Ты никогда не сможешь спасти человека. You will never be able to save a person. Дорогие, мы сегодня призваны Богом. We are called today by God. Смотрите, вот первое, эта церковь должна быть все-таки жить свято. First of all, the church has to live holy. Значит, слабо вообще. Не согласны со мной, да? Do you not agree with me? Скажите аминь, если вы согласны, что нужно жить свято. Say amen that you have to live holy. От этого все и зависит, вы понимаете, да? Смотрите, второе. The second thing. Церковь Христа должна быть духовно здоровая. The church of God has to be. Я не знаю, как вы насколько озабочены этим, но я в Америке уже 34 года. I'm in America for 34 years. Я навидался столько всего. I have seen so many things. Те пастора, с кем мы начинали раньше 90-е годы. When we started with the people Они of давно 1990s. Уже не пастора, знаете почему? Some of them are not pastors anymore. Они выбрали неправильный образ жизни. Because they chose not to live the right У нас был lifestyle. Один очень хороший такой, ну не назову его сотрудником, но мы с ним очень много we работали. A great person that Когда we он вдруг with. Объявил, что он гей, я думаю, ничего Out себе. Out of nowhere he said that he's gay. Ну как это такое может быть? Человек был пастором успешной церкви. This person, церковь. How could he be like this? He was a pastor. 2500 членов. About 2500 people. 120 христианских книг написал. 120 Christian Ты books. Ты понимаешь, что христианский мир он тоже переворачивается upside down. You have to understand that the Christian world я also has to turn upside down. С печалью, вы понимаете, дорогие, I'm да? saying this with sadness. Почему я говорю духовно здоровая церковь? Why do I say a spiritually Знаете, healthy это church? Не то, что когда ты пытаешься следовать за людьми, It is not when you try to follow people, которые пытаются как please your твою плоть, понравиться твоей плоти, да? Try to please your flesh. Написано, что в последнее время люди будут избирать себе учителей, которые что будут In the last days, льстить people слуху. Will choose teachers Сегодня that will полно людей, которые называют себя служителями. Они говорят, хочешь пить, that call themselves ministers that say, if you want to drink, все по закону уже в тюрьму не сажают, пожалуйста. It's all хочешь это, lawful. Добро. Я уже понасмотрелся this, в своей жизни такого здесь, да, и this понимаю, is all good. You can do all these things. Что нездоровый духовный образ жизни, I know that, unhealthy он больше spiritual life, проклятия, This brought more curses than blessings. И знаете, когда самое страшное, когда христиане в кавычках the scariest things with these so-called приносят все это в церковь Христа, when they bring all this to the church of Christ, да нормально, это and they start to argue, they say this is not a sin. И ты понимаешь, что человек разбодяжил Евангелие. And you have to understand that this person has watered down the gospel. И у этого человека никогда не получится исполнить волю Божью. And this person will never be able to fulfill Такой человек the word никогда of God. Не сможет спасать погибающих людей. This person will людей. Never be able to save the dying people. Потому что Бог хочет, чтобы мы были духовно здоровы, Because зрелые. God wants us to be spiritually Мы не были больше младенцами, ветром колеблемые. Чтобы мы были мужи совершенные. Чтобы мы достигали меры полного возраста Христова. У меня времени немного, дорогие. Следующее, третье. Церковь, проповедующая истины Божьи. Мы скажем там сегодня. Знаешь ли, что такое истина? Христос говорит, истина моя есть слово мое. The Christ says that the truth is Он говорит, я есть His word. Две истины. He says that в мире. I am Это Христос. The truth. Почему two у него на бедре написано имя Слово Божье? That's why on his И Слово hip Божье. The word of God is written. Когда христиане в кавычках разбодяживают Слово When Божье. Christ, so-called Christians понимаете, самое down печальное, можно обмануть самого себя.
The first thing you can do is lie to yourself. Придумать собственное Евангелие. You can make your own gospel up. А самое печальное в конце, когда придем на небо. But the saddest thing is when we go into heaven. И услышать: «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». And then we hear, leave me, you, I have never known you. Да и аминь. But this will happen. Вот почему сегодня я не хочу проповедовать мою истину. That's why I do not want to preach my truth. Я не пишу Евангелие от Василия. I am not writing the gospel. Евангелие, которое мы проповедуем, это Евангелие Иисуса Христа. The gospel that we preach, this is the gospel of Jesus Christ. И мы все подстраиваемся под него. Молодежь, вам нравится жить по-другому? If you decide to live differently, this is very dangerous. Это может разрушить жизнь настолько сильно. This can destroy your life вот in such a way. Вот почему всем нам сегодня that's why all of us нужно today, признать единственную истину. We have to know сегодня one много truth today. Учителей в кавычках на земле. There's many teachers today. Они такие крутые, глубокие вещи говорят, которые даже не написаны в Библии. Great things that are not это written in the Bible. Это самый первый признак, знаете. Вау, сейчас я вам такое откровение выдам. When somebody says, I will give you such a revelation, даже в Евангелии вы не найдете. Это мне открыто. The gospel when they say, this is open to me, but it's not written in the gospel. Ку-ку людей, вы знаете. Fear these crazy people. Поставьте Евангелие в абсолют. Put the gospel as если Христос сказал, блудники Царство Божие не наследуют, если Христос сказал, никакие пьяницы Царство Божие не наследуют, если написано, там не будет ни одного, то ты не сможешь изменить это. It is not written, then it is все, что ты можешь сделать, это покориться Слову Божьему. Покориться истине. You have to obey а все вот эти truth. Забавные певцы, которые говорят, да делай, все можешь. All these, они сами all в ад попадут. That are saying, you и can вас do this туда затащат. They будьте will осторожны. Go to hell and they will pull вот почему you with мы проповедуем, во-первых, Христа распятого. That's why we preach first мы проповедуем Слово Божье. Мы сами God. Учимся исполнять истинное Слово Божье. Если вы спросите меня, если я истина, как Христа спросили, я скажу нет. If you ask me, are you моя the truth, истина, as they ask Christ, I will say no. My truth is in моя Christ. Истина это Слово Божье. My truth is in the word of я God. Стараюсь жить по истинному Слову Божьему. I try to live according если to the он word сказал of God. Не делать зла ближнему, я не буду if его he says, делать. Do not do evil to your neighbor. Если он сказал любить братьев и сестер, я if буду he учиться said, любить. Love your brother and sister, если он сказал любите love. Врагов ваших, опа. He says, learn how to love your enemy. Многие пытаются изменить сегодня Евангелие. А many я не могу. Try to the я не имею права. Я раб с проколотым ухом. Он сказал мне любить даже врагов. Нет, я не умею еще любить врагов. Не пытайтесь делать мне зло. Я еще не такой совершенный, да? Но он сказал, вы понимаете? И я не отвергаю, что он сказал любить врагов. Я признаю, что я не умею. Я бедный человек. Я в молодости давал в ухо так хорошо. In the young age, но потом I понял, was, что это плохо. I was able to и я сказал, больше не буду. Teach somebody a lesson даже когда мне really делают well. Зло, я буду стараться не, but I не said, отвечать I will not try на зло злом. Return evil by doing evil и вы знаете, истинное Слово Божье, the true word of оно God, требует стопроцентного покорения, послушания. It needs true, на все, что остается, просто признать Его, you have to Евангелие, Его заповеди. This is his gospel, итак, дорогие, and we have to believe his четвертое, gospel. Вот о чем бы я сегодня хотел коснуться, the fourth thing that I would like to speak пару upon вещей today, мы будем заканчивать. A few things I will say and we'll это finish. Заключительная проповедь о церкви 21 века. This is the concluding sermon about the 21st century знаете, мы church. Об этом иногда нам сложно говорить. It is complicated to speak about sometimes for us. Но, знаете, вот церковь верная Богу. But the church that is вот в этом faithful, loyal to God. К семи церквям. This gospel. Только одну with the церковь seven Бог назвал churches, верную. Знаете, he only called one of the churches Ефеска. Loyal. The faithful church. Было много церквей. There were many churches. И в некоторых из них было учение Николаитов, если вы внимательно читаете. There was many churches, but there was, в других церквях там были teachings. Споры, разногласия. There were different arguments. Там в других церквях там были какие-то ну, разные вещи. Different churches а вот Ефесскую церковь, почему? But the Ephesian там church, первый был пастором Иоанн, потом Тимофей, знаете. John, и они правильно учили, Timothy, такие правильные доктрины у них были. Right way, the right doctrine. Они посвятили церковь Богу, они учили истинам Христа. The и вот одно из таких вот интересных явлений, and one of the interesting things that happened, дорогие, сегодня об этом практически в церквях не говорят. And these things are not spoken in churches very often. Вы можете услышать крутую проповедь о верности Бога человеку. You can hear
Я слышал много замечательных проповедей. Но вы редко услышите, когда в церквях призывают быть верными Богу. But you don't hear very often of us needing to be faithful to God. Вы спасены, аллилуйя, ничего не надо делать, grace, you are saved, you don't танцуй, need to do радуйся. Much. Just dance and be glad. А знаете, Слово Божие, оно требует сегодня от каждого из нас. But the word of God in, апостол Павел был верным waits Богу. On something from each one of us. Он ради Бога, он ради Христа, он говорит, я все посчитал за мусор. Everything is trash. Он смог победить себя, чтобы оказаться верным Богу. He was able to overcome himself to be faithful to God. И он пишет, Бог говорит, нашел меня, говорит, верным и доверил мне проповедь Евангелия. And he has allowed me the gospel, preaching the gospel. Не всем можно доверить. Trusted me. Я боюсь доверить жену мою кому-то. Can't trust everyone. Она только мне принадлежит, да. Не доверяйте своих жен никому. Don't trust your wife onto somebody else. Полно таких, которые с удовольствием заберут. There's many people that will gladly take your wife. Верность, она не только в браке. Faithfulness is not just in marriage. Дети должны быть верными родителям. Children have to be faithful to parents. Родители должны быть верны, посвященные своим детям. Так требует Евангелие. Вы знаете, я много не буду на этом заостряться, но верность это. Our mission work is closely related to ministering to kids. In each country we serve, we do evangelical work on the field and not only support churches, but our work includes ministering to kids. Hello. We have been sponsoring orphanage for over 20 years. Welcome to the House of Hope. On every bed you will see a stuffed toy. When the child was brought to this home, they entered into a rehabilitation program for 3 months. They would scream at night crying, and then our team had the idea to give each child a toy for comfort, so they can hug the toy at night and feel peace. We see interesting phenomena in places with no ministers. Kids who grow up in Christian environment become pastors and ministers. Today, there are many churches in those countries, and thank to God, many of our kids are involved in those churches. One of the most important calls of the Love of God Church is the mission work. Our mission work is in Kamchatka, Ethiopia, Indonesia, Tanzania, Papua New Guinea, Burma, and Nepal. Over 20 years, Caravan of Mercy Ministries from the Love of God Church brings the gospel to those countries. The goal and the vision of this ministry are to introduce people to Jesus. Если вы готовы отдать свою жизнь для Иисуса, придите к Нему, придите к Иисусу. Приходите сюда, мы будем молиться за вас. Не, не убивай нас. Хочешь поехать в Америку? Америка! Как твое имя? Папа, Нама, Нама. Алло. Нама. Как твое имя? Алло. Алло, Алёха. Киркода. Лёша. Лёша, я. Твое новое имя, Лёша, запомни. Знаете ли вы об Иисусе Христе? Приняли ли вы Иисуса Христа как своего Спасителя? Да, они приняли. Вы христиане? Очень хорошо. Helping the poor and needy. Несмотря на то, что хранилище как бы небольшого размера, the size of this storage might not be large, but the treasure it holds within its walls is worth more than the price of gold. Because when drought and hunger come, for the people this corn becomes the most valuable product. Corn and water is what they would do anything for. And a particular emphasis is given to kids.
We opened many orphanages in many countries, and over 1,000 orphans were saved by getting housing, family, education, food and clothes. For the moment, our mission sponsor two orphanages. In Burma, 38 kids, and Nepal, 11 girls. Я готов делать все, лишь бы люди спасались. I am ready to do anything for the salvation of people and the church growth. Dear friends, we are thankful for being a part of the Caravan of Mercy. Only with your help we do all that for God's glory.